Вот покидаем Чегемские водопады с той самым. Решили показать вам дорогу. Здесь недавно сделали капитальный ремонт. Положили по новой, да, асфальт. Как тебе вообще вот трасса? Нет, честно слово, уже вот ущелье заезжать приятно. Уже лучше хотя стало. Дальше дороги не ахты. Да. Шамиля сюда надо. Шамиля надо сюда, да. Главного эксперта. И по дорогам. Да. Вот а просто, так, да. А так в ущелье приятно заезжать. Расширили чуть. Чистота, порядок. Ну вот сами можете убедиться, посмотрите. Да, да, да. Там вот, значит, ограждение все. Это было или не было, я не помню. Не было. Ограждение. Тротуар куда. Были все. Ограждения, но не на, это уже новое все. Шамиль был бы доволен, наверное. Да, да, да. Именно вот эта часть. Да. Ну, именно а дальше дорога... Дальше дорога не ахти, да. О, дальше дорога катастрофа. В общем, вот так показываем. И там вот, где мы были, там стоянку сделали. Там, да, значит, шикарная эти... стоянка. Уже не будет, да, такого бардака, даже, как раньше. Даже, я тебе скажу, спокойно машина может стать любого размера. Mm. Полосы очень. Полосы, да. Да. Широкие, широкие. Еще на лице. Так, ну в общем вот так, да. Так что, вот мы здесь, я с прошлого года не был. Тайсам, да, спасибо, да, да. Тайсаму привез, показал. Решили так проветриться, да, немножко. От городской суеты, да, уйти. Так, все тогда на этом.